И что, опять надо говорить, как меня зовут? Давай, давай, говори. Меня зовут Рудницкий Владислав Юрьевич. Пора, давай. Запомнили? Точно. Владислав Юрьевич, короче. Да, Рудницкий Владислав. Цепляюсь за какую-то хуйню. Просто прыгнуть и все. Да. Владислав. Да, Слава, ты не очкуй. Вот я очкую. А ты ему GoPro-ку врубил? Да. Сука, я представляю этот прыжок, но мне почему-то страшно. Отпусти руку, руку отпусти. Да? И не сжимайся так никогда. Просто... Просто двумя руками, да, и не сжигайся руками. Там же внизу вода. Вот за это же можешь спить. Да, 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 да. Держи, все. И ни в коем случае не держи руками. Поручи. Не держу поручи, все. Я прыгаю. Давай. Чувак! Я лечу! Да! Да, я это сделал! Чувак! Пиздец, свободное падение, это нечто! Ууу, кажется, я хочу кушать! Вау! Вау-вау-вау! Все, первый и последний раз совершаю этот отчаянный поступок! Ой-ой-ой! Вау-вау-вау! Машины, дорогие машины! Нервы, нервы, нервы! Че? Все-таки это сделал. Все. Не покажу это видео никому. Ну все, сволочь. Ни хрена, я прыгнул. Я это сделал. Друган, отцепляй, пожалуйста. Долго я ломался, да? Долго я ломался? Очень долго. Ну, а что поделать? А почему что-то там, что-то все как-то внутри у меня... Ну, самое главное, я прыгал. Камера до сих пор у меня снимает?